плоскости очень важно использовать силу упругих деформаций сухожилий. То есть, вот я растянул связочки и отпустил. То есть, это работают мышцы. Вот, мышцы работают. А это работают связочки. Женя, вот качусь по округлым формам. В этот момент правой рукой соединяю с левым коленом, делаю натяг и связочки собираю. Видите, меня начинает поднимать. То есть я соединяю силу движения, соединяю две силы, гравитацию и силы упругих деформаций связок, или силы упругости. Вдохнул плюс дыхание. Обратите внимание, таз скручивается, вот он скручивается на выдохе. Связочки натягиваются, вас выталкивают. Пытаться сгенерировать волну по поверхности. Будет работать у вас, значит, грудной отдел и вот весь лордоз.